Через два месяца Тамара устроится на работу в швейное ателье. И будет шить платье, как и мечтала. Но долго она там не проработает. Потому что через год она сильно уколет палец иглой. Рана долго не заживает, а она не придает этому никакого значения. И даже когда сильно опухнет рука, она не пойдет к врачу из скромности. В ее свидетельстве о смерти в графе причины запишут. Инфаркт миокарда. А сделают это для того, чтобы не подрывать репутацию района по линии инфекционных заболеваний. Вот так смерть Губёшки будет исковеркана при помощи чьих-то нехитрых манипуляций, как, впрочем, и жизнь. Что же касается Паши, то скажу лишь, что его судьба была менее печальна. А что станет с Леонидом? Это автора не интересовало, не интересует. И, впрочем, вряд ли когда-нибудь заинтересует. Впрочем, Бог ему судья. Тут-то и конец. Спасибо за внимание. Та нам тагеле панаш.